Не повлияет, наоборот, ну родители, ну как это, должны. Я сама ребенка в садик вожу, ну как бы и в школу тоже, первый класс, если маленькие дети, как же не водить? То есть первые, вторые, до какого класса можно, как вы думаете, нужно водить ребенка? Ну, не знаю, первый, второй, третий, наверное, то точно. Как самостоятельно? Да. Я думаю, нет. Нужно, чтобы они интересовались жизнью школьных детей. Чтобы были в курсе всех событий. Меньше играть в играх, которые влияют на детскую психику. И родители тоже должны следить за детьми. Родители это точно здесь ни при чем. Ограничить можно в чем-то другом, но не родители. То есть это не увеличит безопасность? Я думаю, что нет. Угу. А как вы думаете, что нужно сделать, чтобы увеличить безопасность? Ну, как бы не думала над этим вопросом, но... Я думаю, что вот это объявление не даст никаких результатов. Нет, наоборот, надо сам, чтобы детей, родители смотрели там за детьми, наоборот. Интересоваться, как ну, дети учатся, какое воспитание там дается. Потому что дети оторвались от родителей, потом идут в школу, а там деньги там выходят, деньги там эти, может, сочкуют, или как еще они там делают, ну, не знаю. То есть родители должны? Должны обязательно, это и контроль, это ребенка, но родители в первую очередь должны. Если будет регистрироваться каждое посещение, то не вижу смысла в ограничений посещений родителям школы. Понятно. То есть таким образом нужно как-то обезопасить детей, чтобы лишние не ходили или как? Ну, в принципе, да, чтобы каждый был зарегистрирован, наверное. Или видеокамеры должны быть. Видеокамеры или паспортный контроль, вы говорите? Ну, что-то в этом роде, да. Во-первых, я не хочу сказать, что родители разве так часто бегают в школу? Вряд ли. Родители не ходят так часто в школу, поэтому их на собрание не затянешь, чтобы они туда пришли все, а это ничего не даст. Ну, я считаю, что это неразумно как-то. Ну, а о том случае, что случилось, я думаю, это что-то зависит от интернета, мальчика этого, который совершил вот это вот все. Родители должны интересоваться своим ребенком. И школьная жизнь. Да. Если это связано со столбцами, то там совершенно спокойный ребенок зашел с ножиком. Даже не кухонным большим, а с маленьким ножиком зашел. Поэтому это может любой ученик прийти. Мне кажется, с родителям нужно больше с детьми разговаривать. Именно родителям. В Лунинском районе сказали вообще паспортный контроль. Но это только для взрослых. Угу. Детей же нету паспортов. Угу. А взрослых и так не пропускают. У нас есть там контроль, когда смотрят. Ну, там возле лестницы же сидят женщины. В третьей школе вы имеете в виду? Они смотрят, они видят и спрашивают, кто, куда, зачем. Этого недостаточно, но я не знаю, как обезопасить сейчас. Это все из нашей соцсети, это все наше, то, что мы игнорируем. Дали телефон в руки, и лишь бы не трогал нас ребенок, дайте отдохнуть. Надо больше вовлекать в общественную жизнь детей, интересоваться детьми. Yeah.